Василиса, ну, сказка «Малышика», что ты знаешь, да? Ты ее видела в мультфильме, наверное, да? А сегодня ты увидела эту сказку, и язык был танца. Скажи, твои впечатления, это интересно? Да. Тебе понравилась сказка? Да, понравилась. А музыка интересная? Да. Скажи, как танцуют ребята наши из Донецкого театра? Очень хорошо. Красиво. Ну, общее впечатление какое? Да весело, задорно. Да. А скажи, что тебе понравилось в сказке? Мне понравилась сказка, что малыш и Карлсон красиво летали. Мне понравилось, как балерины красиво танцевали, и Карлсон с малышом полетели куда-то на улицу. И мне еще понравилось, как мама с папой прикольно изображали какие-то элементы. Пожалуйста. А вот скажите, мы слушали музыку от Чарли Чаплина, музыка его, до Римского-Корсака, да. И даже «Цыпленок жареный». И все, да. Это музыка интересная, задорная? Интересно, задорно. Очень задорно. Очень задорно. А когда родители ругаются, это вообще прелесть. Скажите, эта сказка дает пользу детям в их воспитании? Дает. Так, эта сказка полезна не только детям, но и взрослым, где добро побеждает зло. Вот я это и хотела сказать, что добро побеждает зло. Вот мы только с Валей об этом говорили. Спасибо. Она очень испугалась грабителей. Я говорю, ну добро должно победить. Вы из Нижнего Новгорода? Да. Вы любительница театра? Да. И как вам Донецкий театр? Очень хорошо. Донецкий театр замечательный. Спасибо большое. Пожалуйста. До новых встреч. Да. Сегодня мы посетили замечательную постановку «Малыш и Карлсон».
Нам очень понравилась постановка и костюмы, и танцы. Очень харизматичный Карлсон, очень креативный подход к тому, что привидения выехали на гироскутерах. Ну и в целом мы очень довольны посещением театра. Да, меня зовут Илона Петровна, моя дочь Илза. Мы очень часто ходим на спектакли в наш Нижегородский театр оперы и балета. И мы рады, что нынешнее представление, нынешний спектакль мы посетили, и первый акт, конечно, это просто великолепно. Я не представляла, что такое произведение можно показать и так рассказать. Это, для меня это удивительно, какие великолепные артисты, и музыка, и... Я в полном восторге, я благодарю. Я хочу сказать спасибо за возможность увидеть такой чудесный спектакль, особенно учитывая, что это труппа из Донецкого оперного театра, откуда я сама родом, откуда сама приехала. Для меня очень приятно увидеть эту постановку, увидеть свои родные лица, потому что давно все не виделись, и постановка просто замечательная. И балет, и оркестр, и дирижер. Просто замечательная постановка. Спасибо. Thank you.
очень приятно в дни народного единства видеть на Нижегородской земле, которая, как известно, является основой этого праздника, наших донецких вновь приобретенных друзей с таким замечательным спектаклем. Мы достаточно часто посещаем наш театр, но в репертуаре нет такого спектакля балетного, поэтому он для нас вновь. И очень приятно видеть и новых артистов балетных на сцене, ну и новый спектакль. А пожелать хочется процветания, частых встреч, мира, самое главное. И, наверное, это основное. Радует первая встреча, премьера для нас. Радуют артисты, радует атмосфера. Вы знаете, ощущение приподнятости, действительно праздника. Спасибо, что приехали. Приезжайте еще, всегда рады вам. Будем друзьями, будем дружить. Спасибо. Понравилось. Первый раз на таком спектакле. Все первое отделение на одном дыхании смотрится. Мне тоже понравилось. Хорошие актеры, музыка замечательная. Всем всего самого доброго, прекрасного, вечного, доброго.
Нам очень понравилось впечатление. Прям до мурашек по коже. Спасибо большое. Обязательно придем еще. Побольше новых постановок и благодарных зрителей. Это именно такой балет «Пергюнд», какой я мечтала увидеть. Я очень благодарна всем артистам. Великолепный балет. Мне очень понравился балет. Выступатели очень красиво выступали. Я готова каждому дать, наверное, по 10 букетов. Так они хорошо выступали. Большое вам спасибо за то, что вы приехали. И на самом деле для нас это, ну, наверное, даже честь. Где-то, что вы вот нам это представляете. Мы знаем, как там у вас трудно. И мы хотели вас поддержать, как могли просто. Вот. Постановка очень интересная. Она такая достаточно неожиданная местами. И просто интересно ее смотреть, действительно. И костюмы очень замечательные, и артисты хорошо исполняют. Мира всем и любви желаю из Нижнего Новгорода. Спасибо. Благодарю наш театр, благодарю Донецкий театр за то, что он приехал со своими постановками, прекрасными, творческими. Получаю удовольствие, наслаждение спектаклями. Второй день я здесь, и это удовольствие. Спасибо всей труппе, молодому замечательному коллективу, лично Вадиму Яковлевичу Писареву за его творчество, за его талант, за то, что он продолжает в это нелегкое время свое творчество. И всех ему благ и новых творческих успехов. И удачной гастроли. Thank you.
гостях у Татьяны Николаевны, директора этого театра. Любите и жалуйтесь. Сказать огромные слова благодарности от всего Нижегородского района, региона, от города Нижнего Новгорода, от нашего театра. Спасибо вам огромное, что вы выбрались на эти гастроли и так достойно, профессионально выступили на нашей сцене. Нижегородский зритель – благодарный зритель. И вы, я думаю, поняли по аплодисментам, да, насколько понравилась постановка и сегодня, и две вчера. Еще раз хочу вам сказать огромное спасибо. Мы с Евгением Ивановичем уже разговаривали. Очень хочется, чтобы гастроли стали традицией нашей, чтобы два региона, Донецкая Народная Республика и Нижегородская область, дружили, два наших театра. Мы очень надеемся, что вы не последний раз у нас, что вы обязательно еще приедете, и дай бог, мы приедем к вам тоже с гастролями. Я хочу вам от всего сердца пожелать здоровья вам, вашим близким, удачных гастролей, и самое главное, чтобы как можно быстрее наступил мир на вашей родине, в ваших домах. Спасибо вам огромное. Спасибо. Я, может, буду сбивчиво говориться, потому что вам надо, опять же, поживее одеваться. Спокойно. Я эти два дня получил огромное удовольствие. Я смотрел не как репетитор, там всегда у нас есть что подделать, что подработать, корпус, голова, ноги, стопы и все остальное. Самое главное, вы с такой душой танцевали. Шикарный спектакль, но сегодня просто был обалденный спектакль. Честно скажу, я с удовольствием. Какие ходы интересные, Вадим Яковлевич, да, нашел. И Анитра, и арабский танец, и Ингрид какая была шикарная, и Сольвейк, и Пергюнд вообще как будто родился. У него внешность Пергюнда. Огромное вам спасибо от души. Да, девушкам бы я вот огромный букет, вот такой цветок. Но у меня нет, я вам свое сердце отдам. Да, мужики молодцы, просто супер. Крепкие, сильные, характерные, очень ясно, понятно все сделано. Хочу вам пожелать всем здоровья, счастья, творчества, позитива. Вам и вашим родным, вашим близким, вашим детям, мамам, папам, бабушкам, дедушкам, всем. Добра и, самое главное, как Татьяна Николаевна говорила, мира. Я думаю, все скоро закончится. Путин сказал, Путин сделает. Это все будет. Я вас очень люблю. Приезжайте, мы вас будем очень ждать. Все будет хорошо, я думаю. И мы приедем к вам. Конечно. Обязательно. Слава Богу, что все-таки переезд был большой, тяжелый. Он выбивает немножечко. Но сегодня мы именно в Нижнем Новгороде стали на свою колею. И я очень благодарен каждому человеку, который работал, потому что новый театр, новые технические возможности, это театр. Для нас это немножко трудности были. Но оно как будто, вы понимаете, когда человек хочет и желает, чтобы это было хорошо, когда он приходит в класс и каждый день отдается и совершенствует свое мастерство, это видно, это чувствуется. Поэтому я благодарен, знаете кому. Да, поэтому и благодарен я Татьяне Николаевне и министру культуры, который сегодня, вы знаете, ну просто потрясающе нас приняла Наталья Евгеньевна Суханова. Вот. Какие-то планы появились на будущее. И, конечно, мы, к сожалению, мы мало знаем об этом крае. Практически ничего. Мы с Евгением Ивановичем сегодня только были вот у памятника Чкалова и посмотрели, где соединяется АК с Волгой, да. Конечно, это очень такие, знаете, исторические красивые места, на которых надо обязательно побывать. На лодочке прокатиться, подышать воздухом, да, рыбу половить и угостить. Поэтому спасибо всем, Бог помощи, раз Казанская Кино нам подарили. Ребята, давайте-ка еще раз Татьяну Николаевну поблагодарим аплодисментами за то внимание, которое она оказала коллективу. И все время вот она была с нами рядом.
пусть мир и дружба процветают между нашими театрами. Браво!